Я мою руки и считаю про себя до 20. Мыть надо тщательно, также что там мыть запястье. Наше здоровье в наших руках, в прямом и переносном смысле, уверен работник ОМК Андрей Алябьев. Чистота и стерильность и за рабочим столом. Все поверхности, гаджеты он постоянно протирает антибактериальными салфетками. Каждые 2 часа проветривает кабинет. Неспокойная эпидемиологическая ситуация изменила и другие привычки. Пока эпидемия не спала, стараюсь не здороваться с людьми за руку. Люди должны воспринимать это нормально, а не как факт пренебрежения. И предупреждены, и вооружены. Чтобы не допустить распространения коронавируса, в «Металлоинвесте» проводят масштабную профилактическую кампанию. Всех сотрудников проинформировали о мерах личной безопасности. Усиленные дезинфекционные мероприятия. В зданиях установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук. Приобретают защитные маски и тепловизоры. Все помещения ежедневно проходят санитарную обработку. А с недавнего времени начали дезинфицировать автобусы и трамваи, которые доставляют работников на комбинаты. Перед рейсами обрабатывают поручни, спинки сидений и ручки специальными средствами. Проводится и дезинфекция алкотестеров и алкорамок на проходных предприятиях. В эпидсезон профилактическую дезинфекцию проводят до 6 раз в сутки. Подспорьем в борьбе с вирусными инфекциями служит прививка от гриппа, отмечают специалисты. «Металлоинвест» бесплатно вакцинирует работников уже более 10 лет. Прошлой осенью на ОМК, Лебединском ГОКе и его дочерних предприятиях были привиты около 10 тысяч человек. Эти мероприятия позволяют мягче переносить любую вирусную инфекцию в период подъема заболеваемости. И, конечно же, предупреждать развитие тяжелых случаев и тяжелых осложнений. В «Металлоинвесте» предприняты и другие меры профилактики. Запрещены зарубежные командировки, ограничены деловые поездки по территории России. Развернут оперативный штаб во главе с генеральным директором «Металлоинвеста» Андреем Варичевым, куда ежедневно стекается информация об эпидемиологической ситуации на комбинатах. Штабы созданы и на каждом из предприятий.